катаемся на байк-фест! Ебать! Шпидер въебал нахуй! Я сегодня решил рассказать о городе Муроме. Вот, вьетнамская гильотина из Мурома. И поэтому у нас сегодня будет экскурсия по Мурому. Вот, с этого и начнем. Что можешь рассказать о Муроме? Тут хуёво. Не ездить сюда. Город отвратительный. Проходим по нём. Да, живописный пистолет. Деревня, собаки. Как бы тут никого не загрызли сегодня. Ебать! Немного опасно, но... Обосрались, короче. Трудности нас закаляют, и... Короче, вьетнамская гильотина выросла именно в этих трудностях. Поэтому у нас такие жесткие песни. Жесткие и беспринципные. Это Серега и его работа. Отель X-Room, который раньше была гостиница «Русь». Нашли в кофейне, вот ко мне. Девчонки работают, а мы идем сегодня на металл. Серега пришел. Требует водки. Требует водочки. Санек, не мнешь ноги. Блин. Он отпросился у жены, чтобы тусануть на байк-фесте. Здесь у нас, короче, футбольное поле. Здесь играет ФК Муром. Иногда суета проходит какая-то. Короче, сейчас идем на репетиционную базу. Вот. Где мы играем? Байкфест. Готовлюсь к байкфесту. Собираемся на байкфест, бля. Обосремся по-любому. Бронепоезд Илья Муромец, он прошел путь от Мурома и до Франкфурта. Здорово, киса. Дом. На нем нарисованы руны. Советские руны. Эта руна обозначает Сталина, а вот это Ленина. А вот это вот обозначает Путина. Вот это вот Муромская стена целая, человек, кто жив. О, круто, о. Вот, ходите сюда гулять. Эй, муромские кошки. Работает профи. Для меня. Здорово, Андрей, пусти пасика. Короче, если ребенок появится, нахуй, я пить брошу. Вот сегодня какой день. И сегодня идем на байкфест. 4 июня, суббота. Наше движение очень простое. Ладно, пей водку и закусывай мацой. Я хочу сказать о муромском гостеприимстве. Мы зашли поссать к Андрею. Просто мы зашли поссать. Он говорит, будешь пить водку? Естественно. Вот так вот все начинается. Время 7 вечера. И мы идем на байкфест. В общем, это муромский монастырь. Серега знает, вот раньше а у него магическая защита есть? Насаживались головы еретиков. Пошли посмотрим черепа. Мы, значит, посмотрим все черепа. Там, короче, там есть черепа. И футбол. Хоть сними монастырь чуть-чуть. В натуре стена какая. Красивая. Смотрите, какая красивая лестница здесь. А вон там река Ака. Ребятки, Ака нахер. Тут колонка есть. Так вот можно добыть воду. В смысле, блядь? Чё, колонкой не умеешь пользоваться? Короче, пришли на байкфест. Рок типа играет. Муром, Илья Муромец. Были сейчас на самой тухлой вечеринке в жизни, в моей жизни. И в его, наверное, жизни, я не знаю, Серег. Я больше сил потратил, чтобы дойти сюда, нахуй. Мы шли, мы готовились, я надел футболку Ария, герой асфальта. Что я получил в итоге?
Я получил вообще нихуя. Больные просто, ноги, блядь. Я просто пил водку, пил самогонку, пил пиво и что. Блять, эта вечеринка закончилась 7:30 вечера, блядь. Я за 4 часа первый раз сел, спасибо. День тухлой вечеринки. Приезжайте в Муром, тухло тусите. Ну, может, что-нибудь веселое, конечно, будет, но я их посмотрю. Надо было звать вьетнамскую гильотину. Да, был бы угар, был бы Обама Чмо, блин. Привет тебе, Сова. Глиномет, все хиты. Криптомолитва, Шитмаркет, Рабамент, Боец ММА, Обама Чмо. Но это и многие другие зачем. Бермские болельщики, мы вас подвели. Оказывается, сейчас будет другой концерт в точке. Фу-гета. Вот мы идем по Мурманску Арбат. Зазубить. О, здорово. Как дела? Что-то водонапорная башня, да, такое? Сам воду не набирает. Сказал нам Андрей, там воду набирают. Какие-то дети воду набирают. Не запить воду надо. Блять, воду пиздят нахуй. Муромская площадь, короче. Ходите тут и сидите, и пердите. Пришли на вечеринку открытия рюмочной в Муроме. Здесь как какой-то маскарад, евреи и русские. И русским дают все пиво. Я же еще не даю, я его купил. Типа такая плюс-минус нормальная вечеринка. Смотрите, пришли, короче. Вьетнамская гильотина. Пацаны пришли послушать рок. Знаете, что такое настоящая мотивация? Осталось 20 минут, чтобы успеть за пивом. Главная мотивация для пива будет, потому что мотивированный человек способен на многое. Вот тут церковь такая красивая. Друж, что ты за церковь я забыл? Вот. Они муромские рокеры не в курсе, что за церковь. Мы не ходим молиться. Может, мы не грешим. Не грешим и не замаливаем грехи. И все правильно. Друж, успел за пивом. Друж, возьми на что-нибудь. Да, давай вот это. Всем спорт, да. Купили себе пивка на вечер. Вы всегда добивайтесь своих целей. Если ты захотел пивка, ты должен пойти купить пивка. Здесь вот можно заказать очень вкусную шаурму. Шпидер, въебал нахуй! Мурабан, ты что мне хочешь сказать? Он говорит, ты, говорит, нахуй, виноват. Я говорю, ты охуел?